Так, дамы и господа, мы находимся в сердце средневековой Флоренции, рядом с домом Данте Алигьери. Это еще средневековая Флоренция, город башен. В те самые времена во Флоренции было принято резать друг друга с утра до вечера. В основном резались буржуи против аристократов. Я лично за аристократов, но победили буржуи. Но сегодня мы не об этом. Вот можно было остаться во Флоренции. Ты аристократ, хочешь остаться во Флоренции, оставайся. Только что ты должен, значит, полгода проживать в центре города, покидая свои замки, давай во Флоренцию. Полгода ты должен жить во Флоренции. И еще одна, ты должен сменить фамилию. Вот тебя как по фамилии? Иванов? Будешь Иванович, и оставайся. Поэтому, да, сменив фамилию, потому что чем гордятся аристократы? Прежде всего, своим происхождением. Если ты у них отбираешь это, им гордиться нечем. И они становятся как обыкновенные люди. Призыв к патриотизму. Город Юдив, Вифлеем, был под осадой ассирийского полководца Алаферна. Она не побоялась смерти, принарядилась со служанкой, со своей с подружкой, спустилась в палаточный военный лагерь врага, отыскала Алаферна, напоила его вином, лялякала с ней весь вечер, песни пела, анекдоты, а под утро, пока Алаферн, говорят, переспала с ним. У меня была одна туристка, она говорит, она с ними спала. Я говорю, вам лучше знать, хотя вот у меня друзья из Израиля, они мне рассказывали о том, что они в какой-то передаче, они из Хайфы в Иерусалим ехали и по радио слушали передачу, где мудрецы тамошние рассуждали, спала или не спала, кошерно это или не кошерно. В общем, определили кошерно, значит, спала, а под утро отрубила ему голову. Нери ди Фиораванти вместо деревянного мостика построил новый каменный мост. Но так как новый мост занял старое место, новый мост стали называть старым. Иль Понте Векью. А почему он застроен? Это очень просто. Ну вот такая ситуация. Мы с вами решили мост построить во Флоренции. Ну, вчера посидели, решили, что нужен мост. Зачем нам нужен мост? Потому что завтра выборы. А у нас, как говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Мост построен, но электорат доволен, но у нас тоже все будет хорошо. И по этому коридору наши Медичи ходили друг к другу в гости. На чай, на кофе, в карты поиграть. Но когда переходили через реку, запахи шерсти, рыбы и мяса их раздражали. Ну, не царские это запахи. Поэтому всех торговцев шерстью, рыбой и мясом переселили в другие районы. А на старый мост заселили ювелиров. С тех пор мост стали называть золотым.